Приветик, мои приключения продолжаются. Этим прекрасным днем я иду устраиваться на работу в магазин одежды. Немного пройдясь по городу, я наконец-то нашел этот магазин. Внутри было достаточно уютно и очень много одежды. Ассортимент был большой. На входе меня сразу встретил персонал и директор магазина. У нас есть вакансия работы с 5 до 12 часов вечера. Либо? Ну, либо нету, либо, потому что это последняя такая вакансия. Давайте с 5 вечера до 12. Так это звучало, либо у вас есть какая-то альтернатива. Да всего лишь что 7 часов поработать, чё не так-то? Давайте, шо подписывать. Так, а где ты, вот, Дэнни, живёшь? Если ключ у тебя есть. Я арендую вообще. Я... Общежитие? Да, я снимаю. Так. А не ходишь у знакомого? На втором этаже жить бесплатно. О, было бы великолепно. Условия, названные мне при устройстве на работу, весьма меня устраивали. И поэтому мы отправились в мэрию для того, чтобы оформить документы. У владельца магазина была достаточно классная тачка, на которой мне удалось прокатиться с ветерком. Прибыв в мэрию, мы, как и всегда, не обнаружили там мэра, поэтому остались в долгом ожидании. Ё-моё, тебе удобно вот так вот ходить? Да. Безопасность превыше всего. У вас тут всякое в городе происходит. Я еще в каске ходил, мне чайник на голову кинули. Пока снял. Голова устала. Так у вас бывает местами здесь такие лужи просто, что на скорости кто-то едет, и мне прям все в лицо летит. Хотя бы глаза надо защитить. Можете дать кожаную курточку. Она побезопаснее будет, чем этот... Что это? Это куртка. Ну, кожаная, это будет получше. Хм. И по... Короче, выглядеть. Хм. Не откажусь. И очки хорошие тебе дадим. И зимнюю шапочку. Во. Ну, раз никого нету, можно пока покурить. Да ё-моё, чего вы все спортом занимаетесь? Нет, я всё-таки приверженец спортивного образа жизни. Ё-моё, у меня работники, да, это бывшие работники тоже вечно спортом занимались. Да и сейчас у меня работник тоже спортом занимается. Да и ты занимаешься спортом. Вот я тоже раньше занимался спортом, но... Так, в общем, везите это. Ну, короче, едьте... Движение в жизни. Этот, в магазин ваш. Ладно. Везите вы его в магазин, если это ваш работник, то везите его в магазин. Да. Поехали. Ощущаю себя каким-то спецгрузом, блядь. Вместо мэра прибыл секретарь и оформил нам необходимые документы. Теперь я мог приступить к работе. Меня начали знакомить с магазином. Тут у нас находится туалет служебный. Да. Тут у нас находится склад. Тут мы помещаем все, что не помещается на полках. Потом пойдем на втором этаже у тебя дом. Тут у нас находится кухня. Правда, тут почти еды ничего нет. Вот это гостиная. Ванна и спальня. Так. Уютненько. Уютненько. Так, пойдем-ка тебя нормально уже снарядим, а то ты выглядишь как бомжик. Ну, вот, держи. Сейчас, я очки. Ну, ой. Привет. Ну, привет. Сука. Жизнь начала налаживаться. Я уже устроился на работу,
и был весьма доволен своим положением в этом городе. Но не все так гладко. Ну, чисто мужская спальня.